сексуальном смысле. Sorry. So, and Ольга Николаевна Насонова will give a lecture, which the title is here. The SWOT is not SWOT, because there is widely SWOT model is SWOT, SWOT model. And we have the schedule of, we start now, and we have a break, 5 minutes at 5:45, I think, right? 35. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я представляю здесь лабораторию физики почвенных вод за Институт водных проблем Российской академии наук. Заведующий лабораторией у нас Гусев Евгений Михайлович. Эту лекцию должен был читать он, но, к сожалению, по состоянию здоровья не смог, он попросил меня. То есть название не изменилось, немного будет изменено там, немного будет изменено содержание. Собственно, я вас хочу познакомить с теми работами, которые проводятся в нашей лаборатории. И будем говорить, до этого вы все время говорили о гидрологических моделях, теперь мы, да, поговорим о моделях, которые называются Land Surface Models, но перевести на русский можно как модели взаимодействия подстилающей поверхности суши с атмосферой. Эти модели, немножко историческая справка, совсем чуть-чуть буквально, они разрабатывались метеорологами, климатологами, физики атмосферы для соединения с моделями общей циркуляции атмосферы, потому что необходимо было описывать взаимодействие нижнего слоя атмосферы с подстилающей поверхностью. И в результате надо было параметризовать как-то подстилающую поверхность. И возникли первые вот параметризационные схемы. Они так и назывались. Не Land Surface Model, а параметризационные схемы. Первая схема была очень простая. Называется, возможно, вы знаете, Bucket. Это Манабе, 69-й год. Там не учитывалась растительность. Вот. В чем была проблема основная? Поскольку модели общей циркуляции атмосферы работают глобально, значит, необходимо, чтобы вот эти параметризационные схемы были достаточно универсальны, чтобы они, в общем, в разных регионах земного шара, с разной растительностью, с отсутствием ее, с пермафростом, там, ну, в общем, чтобы они были достаточно универсальны. Затем, чтобы они были, ну, расчетный шаг по времени обычно у моделей общей циркуляции атмосферы от нескольких минут до там, часов, ну, короче, гораздо меньше суток. Вот. И кроме того, чтобы они работали еще и в разных масштабах, потому что есть глобальные модели, есть региональные. Вот. И поэтому особенно вот это требование универсальности, это и было вот самым главным. Это была главная проблема. Вот. И растительность впервые, вот Дирдорф, работа его была, по-моему, 79-й год, вот он параметризовал растительность. Была концепция большого листа. После этого как раз вот и это дало толчок, вот, пожалуй, вот этим развитию этих моделей. И вот 86-й год модель Сиб Селлерса, Сиб Simple Scheme, забыла даже перевод, уже давно был, 86-й год, да. И модель БАЦ была Диккенса. Ну там, вот, особенно у Селлерса, в модели Сиб была очень сложная параметризация в растительности, вплоть до того, что там учитывалась ориентация листьев, все. Вот, ну, естественно, что такие модели, чтобы их подключать к моделям общей циркуляции атмосферы, в общем, ну, это довольно трудно. Модели должны быть более экономичными. Потом появлялись уже упрощенные версии этой модели и так далее. Ну и на данный момент уже существует большое количество этих моделей. Я привела только часть из них. Я думаю, что несколько десятков, не считала, как Лев Самуилович, в общем, но, по крайней мере, вот эти модели, которые постоянно вот участвовали в каких-то международных экспериментах, вот, и просто вот, чтобы вы так немножко знали название. И, значит, основные, значит, различия, какие различия вот Land Surface Models от гидрологических моделей, это, значит, в них не только влагообмен и движение воды там в почве, в русле, еще и радиационный и тепловой обмен подстилающей поверхности суши с атмосферой. Потом там гораздо больше форсингов. Ну, я думаю, вы знаете, форсинги — это вот жаргон, наверное, это метеорология, значит, метеорологические характеристики, которые задаются, которые в гидрологических моделях, это чаще всего, значит, осадки, температура, может быть, влажность у кого-то, потенциальное испарение. А в этих моделях гораздо больше, вот, значит, включая приходящие потоки коротковолновой, длинноволновой радиации, осадки, температура, влажность воздуха, скорость ветра и атмосферное давление.
Кроме того, выходных характеристик тоже может быть несколько десятков. Дальше я вам покажу просто табличку. И про универсальность я уже говорила, что они должны работать в разных масштабах, в различных условиях природных, в различных экосистемах. Источниками данных для этих моделей, значит, для метеорологических форсингов могут служить наблюдения, но в масштабе земного шара понятно, что наблюдениями охватить все невозможно, поэтому часто вот используются данные с нижнего расчетного уровня. Это если эти модели могут работать уже самостоятельно, они теперь уже переросли вот то изначальное их назначение, и они могут работать в офлайн режиме, то есть совершенно самостоятельно, без модели общей циркуляции атмосферы. Но при этом они могут использовать данные с нижнего расчетного уровня модели общей циркуляции атмосферы, ну и, кроме того, глобальной базы данных. Источниками, кроме того, помимо этого, необходимы, естественно, значит, параметры подстилающей поверхности. Источниками могут служить также наблюдения. Потом очень часто рассчитываются характеристики почвы, используя различные педотрансферные функции. Очень часто используются вот уравнения, допустим, ну или Косби, или Ванге-Нюхтена, Клеппа и Хорнбергера и так далее. Ну, кроме того, какие-то таблицы, если заданы типы почв, там типы растительности, можно использовать таблицы, глобальные базы данных, ну и также из публикаций. Вот здесь вот как раз приведены все выходные характеристики, которые считаются на каждом расчетном шаге этих моделей. Ну, конечно, в разных моделях не все характеристики могут рассчитываться. Это просто вот такая ALMA-конвенция у нас. Это ALMA переводится, сейчас скажу, вернее, аббревиатура Assistance for Land Surface Land Modeling Activity. Вот. Поскольку эти модели часто участвовали в международных экспериментах, необходимо было как-то какое-то вот единообразие вот в выходных характеристиках, в их названиях, трактовках. То есть вы видите, что выходными могут быть различные составляющие теплового баланса, водного баланса, различные компоненты испарения и другие характеристики, которые характерны для холодных процессов, ну и в частности вот сток. Тоже сток и уровень грунтовых вод. Поверхностный, подземный часто сток и уровень грунтовых вод. Ну, здесь я так, если не ошиблась, то примерно 61 вот характеристика выходная. В каждой модели по-разному. Но мы могли выдавать в каких-то экспериментах, например, где-то около 40 вот и так далее. Так, ой, извините. Так, ну и теперь мы переходим. Наша модель, вот SWOP или SWAP, не знаю, она как раз и относится к этому классу моделей. Это физико-математическая модель, аббревиатура, значит, расшифровывается как Soil, Water, Atmosphere, Plants. И первая публикация у нас была вот в 98-м году первая публикация. Ну и вот монография, в которой, пожалуй, вот самое полное описание дано этой модели. В 10-м году она вышла. И, значит, на русском языке, вот, да, естественно. Так, отличие нашей модели от других моделей Land Surface, давайте я буду называть Land Surface, LSM, вот так может быть легче, короче. Отличие нашей модели от других LSM-моделей, то, что мы используем, традиционно уже так сложилось в нашей лаборатории, стараемся использовать аналитические методы решения различных уравнений или системы уравнений, в отличие от традиционно, значит, использования численных методов решения уравнений. Поэтому потребовалось, вот, поэтому в нашей модели два блока. Блок, значит, теплого, для теплого периода и для холодного периода. Два модуля в модели. И, значит, переход от одного к другому осуществляется по там, устойчивому переходу температуры, допустим, через 0 градусов, потом при наличии промерзающего или оттающего слоя почвы и снега на поверхности почвы или растений. И вот если говорить об описании гидрологии в нашей модели, то в теплом периоде, значит, все довольно просто. То есть у нас процесс перехвата осадков растительным покровом, потом перехваченные осадки испаряются, достигнувшие... это я вам тепловые потоки показываю. Так, да, значит, осадки могут испаряться. Те осадки, достигнувшие поверхности почвы, значит, впитываются
впитываются в почву и потом проникают. Вот, да, учитывая, у нас здесь почвенная колонка, вот если говорить о почвенной колонке, то значит, нижний уровень – это верхний водоупор. Значит, то есть учитываются в модели динамика уровня грунтовых вод, рассчитывается. И поэтому значит, в почвенной колонке у нас вот, значит, корнеобитаемый слой, потом слой между нижней границей корнеобитаемого слоя и уровнем грунтовых вод, и потом грунтовые воды. И вот динамика, и значит, взаимодействие вот, влага значит, между слоями. Кроме того, может формироваться просохший слой. Это при отсутствии растительности, если оголенная почва, то на ее поверхности может формироваться просохший слой. Так, для холодного периода, значит, что у нас учитывается, перехват растительностью осадков, значит, твердых и жидких осадков, которые могут испаряться, сублимация может происходить снега, таяние, потом замерзание, опять же, потом осадки, которые достигают поверхности, подстилающей поверхности, они формируют снежный покров, в котором тоже учитываются процессы промерзания, таяния, и затем водоотдача поступает на поверхность, поступает вот, в почву, то есть впитывание почвы описывается. И то же самое, вот этот блок, почвенный блок, который здесь вот представлен. Так, это, а теперь вот тепловые потоки, значит, учитывая, приходит, значит, у нас поступает к поверхности растительного покрова, поступает длинноволновая и коротковолновая радиация, и затем происходит трансформация этих потоков. Значит, и для летнего периода схема довольно простая. Здесь, собственно, вот отражается приходящая коротковолновая радиация, потом подстилающая поверхность излучает длинноволновую радиацию, ну и поток тепла в почву параметризуется там очень просто с использованием параметризации Будыка. Для холодного периода все несколько сложнее. У нас две поверхности получается, вот поверхность растительного покрова и поверхность вот снега, и тепловые потоки, тепловые радиационные потоки рассчитываются между этими поверхностями. Ну, здесь я не буду останавливаться. Да, еще я не сказала, что да, в модели учитывается, рассчитывается промерзание. Она может работать как для сезонно промерзающих почв, так и для районов с многолетней мерзлотой, то есть для сезонно оттаивающих почв. Так, как учитывается неоднородность в модели? Ну, если, значит, если модель может работать в разных масштабах, от локального до глобального, и также точечно, для точечных объектов она тоже применима. Если водосбор довольно маленький или это точечный объект, то используются какие-то эффективные параметры. Если, значит, для больших водосборов, этот водосбор делится, и в отличие от гидрологических моделей, в моделях, вот в LSM-моделях используется равномерная сетка, потому что, естественно, в моделях, в глобальных, в моделях общей циркуляции атмосферы тоже вот такая сетка применяется. Но статистический подход мы, правда, здесь не использовали, то есть об этом вам уже говорилось, и я останавливаться не буду. Так, это просто вот пример того, как большие бассейны, да, делятся, равномерная сетка, и все ячейки сетки соединяются речной сетью. Расчеты на каждом шаге происходят для каждой ячейки сетки. Естественно, для каждой ячейки сетки, значит, задаются форсинги, задаются параметры. Ну и потом уже подключается то, что называется River Routing Model, чтобы получить сток. То есть мы в каждой ячейке сетки считаем стокообразование. Ну и дальше уже идет трансформация вот этого стокообразования. Внутри ячейки мы, чтобы добегание до конца ячейки, значит, мы используем двумерное уравнение кинематической волны. И затем еще используется вот River Routing Model, чтобы получить сток в каком-то замыкающем створе. Вот, либо замыкающий створ всего бассейна, либо какие-то притоки и так далее. Ну и дискретизация может быть самая разная. Вот мы считали для Роны, бассейн Роны, здесь вообще 8 на 8 километров было. Ну, от 1 градуса до вот такой, пожалуй, 8 на 8 километров. Так, про метеорологию я уже не буду говорить, потому что я сказала. Параметры растительности, какие используются? Все параметры физически обоснованные. Вот, модель физико-математическая, физически обоснованные параметры. Physically based model, можно так. Ну и значит, что вот мы используем? Это тип растительности, потом доля каждого класса растительности в пределах расчетной ячейки, глубина корнеобитаемого слоя, емкость перехвата жидких и твердых осадков, эффективный размер листа и высота растительности.
И с месячным разрешением должны задаваться ЛАИ, ЛАИ, САИ, ну еще вот высота слоя вытеснения и параметр шероховатости, альбедо. Почвенные параметры тоже все физически обоснованы. Это коэффициент фильтрации, наименьшая влагоемкость, влажность заведания, пористость. Вот эти характеристики B-параметр и вот saturated matrix potential – это из параметризации Клэпа и Хорнбергера, которые применяются в нашей модели. Ну и глубина почвенной колонки, почвенная альбедо. Ну и теперь, значит, мы эту модель, начали мы ее разрабатывать, наверное, в 1994 году. Ну и с тех пор, конечно, она у нас неоднократно проверялась на самом разном материале. Я вам немного покажу. Вот, начиная с локального масштаба, здесь вот как раз были очень удобными объектами, были водно-балансовые станции, вам рассказывать о них не надо. Вот, это Валдай мы взяли и Колыму, потому что тут сезонно, на Валдае, значит, сезонно промерзающие почвы, на Колыме сезонно оттаивающие почвы, поэтому эти объекты были особенно интересны. На Валдае было два водосбора, усадевский водосбор с луговая растительность и таежный, и водосбор таежный, где еловый лес. И вот просто хочу показать, что мы все характеристики, которые там измерялись на этих станциях, а станции, надо сказать, особенно Валдай, ну просто уникальные, за период с 1966 по 1983 год, по всем этим характеристикам, которые мы могли найти, мы проверяли модель. Что здесь у нас? Это снега... Так, снегозапасы, верхние снегозапасы. Значит, красные – это данные наблюдений, синие будут расчеты. Ну, практически везде будет так. Значит, проверяли модель по снегозапасам, по плотности снега, высоте снега, затем температура снега. Здесь просто идут разрывы лет, поэтому вот так получилось, что непрерывно. Но это с температурой снега за разные годы. Сублимация снега и водоотдача, и поверхностный сток. Количественные характеристики я здесь не привожу, но они есть все вот в монографиях, в статьях. Просто уже не было даже времени, да и рассматривать вам их тоже не будет времени. Так, здесь что еще? Вот почвенные влагозапасы в различных слоях, 20 сантиметров, 50 сантиметров, метр. Динамика уровня грунтовых вод. Вот как раз промерзание и оттаивание почвы, суммарный сток. Суточный суммарный сток, месячный суммарный и месячное испарение. Вот по этим характеристикам мы проверяли. Все критерии количественные есть, вот, и все получилось очень неплохо. Да, я хотела бы сказать, что это все проводилось без калибровки модели. А почему, я скажу, потому что очень хорошо, это очень хорошие данные измерений. Вот мы пользовались там монографией Федорова, но там проводилось очень много измерений, в том числе и почвенные характеристики почвы, растительности, поэтому удалось получить вот такие неплохие результаты вот, без калибровки модели. То же самое могу сказать и про таежный. Вот это таежный водосбор. То же самое, даже не буду останавливаться подробно, тоже по разным характеристикам проверялась эта модель. И здесь вот что было уникально, на Валдае, значит, на таежном водосборе были уникальные данные по перехвату осадков растительным покровом. Значит, перехват жидких, твердых осадков, поэтому мы имели возможность проверить, как наша модель перехватывает, ну, делит, значит, выпадающие, да, выпадающие осадки, вернее, как перехватываются твердые и жидкие осадки. Это вот по годам и вот даже вот и по месяцам. Это было тоже, я считаю, что вот эти данные уникальные, данные измерений, вот, и жалко, если там все это, не знаю, в каком состоянии там это все сейчас. Так, и вот теперь переходим к Колымской водно-балансовой станции. Здесь уже высоты 1000 и 2000 метров. Растительность, примерно 50% было покрыто растительностью, в основном лиственница или кусты. И, ну и, конечно, вот, пожалуйста, вот такие и осыпи, и просто горные породы. Я не буду показывать стоки, там вы, наверное, все знаете, что там это водосбор ручья контактового, стоки я показывать не буду, потому что это наверняка, вот, это уже для гидрологов не ново. Так, помимо этого мы проверяли
вот ход температуры. Ход температуры. Температура изменяется от минус 60 градусов до 20 градусов. То есть очень большая амплитуда температур. То есть эти данные тоже, считают, можно сказать, уникальные. И то же самое моделировалась высота снежного покрова. Вот сезонно оттаивающая почва. Вот она оттаивала, затем промерзала. И здесь просто суммарное испарение для летнего периода. Так, и вот еще один эксперимент был. Здесь я вам покажу уже просто тепловые потоки. Оклахома, США, в 97 году проводился такой эксперимент. Полевые участки были. Вот просто как модель воспроизводит различные составляющие теплового баланса. Верхний рисунок – это радиационный баланс, воспроизводится моделью. Это поток скрытого тепла, поток явного тепла. Здесь уже наши расчеты показаны красным, а вот эти разные символы – это наблюдения различных участников этого проекта. Ну и, то есть, результаты были неплохие, и, то есть, ну, это можно видеть, и количественные характеристики, опять же, можно найти в публикациях. Теперь в региональном масштабе, здесь я буду очень кратко, потому что потом дальше мы это, к этим стокам еще вернемся. Ну вот, например, вот бассейн как раз реки Роны, эксперименталь был, так проводился международный эксперимент, Роны агрегейшн эксперимент, и это экспериментальный бассейн, данные просто тоже уникальны. Разрешение 8 на 8 километров, вот так схематизация этого бассейна была. И да, помимо стока, вот еще рассчитывали снега в Альпах, это просто я показываю как модель. 24 площадки были, вот, значит, какие-то характеристики, статистические критерии. И вот как модели рассчитывали сток. Да, здесь я должна сказать, что здесь тоже в этом эксперименте калибровка модели не проводилась. То есть нам давали форсинги, нам давали параметры. Параметры, видимо, тоже очень неплохие, поскольку результаты получились неплохие. Мы не имели возможности калибровать модель, не почему было. И вот расчеты проводили для каждой ячейки, и просто посылали данные организаторам, а они уже дальше по рутинговой, включали свою рутинговую модель, пропускали наши вот данные, и вот получились результаты. То есть вот для Роны в целом вот Нэш-Сатклифф 0,8, а для притоков Нэш-Сатклифф похоже, 0,69, 0,50, но я вот опять же хочу сказать, что калибровки модели не осуществлялось. При калибровке, возможно, и здесь бы мы смогли бы для этих притоков тоже получить бы лучшие результаты. И теперь вот глобальный масштаб. То есть я хочу сказать, в региональном и в локальном мы проводили гораздо больше проверок, но нет смысла показывать все. В глобальном масштабе мы участвовали в проекте Global Soil Wetness Project, и вот такая была схематизация, одноградусная схематизация земного шара за исключением Антарктиды. И всего было 15 238 ячеек. Для каждой ячейки нам давали форсинги, давали параметры, и мы проводили расчеты. Здесь, что было интересно, здесь было 10 экспериментов, вот, допустим, 10 расчетных экспериментов. Там форсинги были, это был реанализ американский, реанализ американский НСЕБДОИ, реанализ европейский ЭРФОТИ, по-моему, и потом разные варианты гибридизации этих реанализов. Но вы все понимаете, что реанализные данные, они далеки от совершенства, поэтому пытались уменьшить систематические ошибки, проводя гибридизацию этих реанализных данных с данными измерений, которые тоже были вот как-то интерполированы в глобальные сетки. И поэтому вот здесь показано вот 10 экспериментов, то, что вот жирно так вот колонки выделены, 10 экспериментов, это то, что получалось, это вот наши расчеты. Синие, просто это составляющие водного баланса, синие осадки, красное испарение, зеленый сток. А это просто с чем-то надо было сравнить. Вот мы брали данные из литературных источников, вот то, что более светлым показано, это вот данные литературных источников. Как вы видите, все данные тоже различаются, и у нас в разных экспериментах результаты тоже различаются, потому что вот хотя бы входные осадки вот тоже очень сильно варьируют. Вот. Но если сравнить вот наши вот результаты, которые получились вот для этих 10 экспериментов, вот эти диапазоны сравнить с теми диапазонами, которые были найдены в литературе, то соответствие тоже неплохое. А здесь показано, как
разделение, значит, осадков между испарением и стоком. То есть вот красные колонки – это отношение испарения к осадкам. Чтобы показать, какая доля осадков идет на испарение, зеленое – это отношение стока к осадкам. Опять же, вот 10 наших расчетов по разным базам данных и вот эти данные вот из литературных источников. Тоже, на мой взгляд, соответствие получается неплохое, но что естественно, конечно, никому не известно. Так, а это расчет потенциального испарения, потому что у нас в модели потенциальное испарение не задается, оно рассчитывается. Расчет потенциального испарения и реального. Синие – потенциальное испарение, красные – реальные. В литературных источниках мы могли в то время, но это было уже лет 10 назад проводилось, могли найти данные по потенциальному испарению только вот у зубинок. И, в принципе, вот они пониже, но опять же неизвестно, вот, что есть истина, потому что эти данные тоже расчетные. Вот. Но отношение, если взять отношение реального испарения к потенциальному испарению, у зубинок получалось 0,41, ну и у нас вот в разных экспериментах, вот видите, вот диапазон там от 0,37 до 0,45. Так, это просто вот тепловой баланс, как модель рассчитывает тепловой баланс, красный радиационный баланс и, значит, синий поток скрытого тепла, зеленый поток явного тепла. Сравнивали мы с Будыка. Вот в последней колонке это Будыка. Видно, что радиационный баланс у него 65 неплохо согласуется с вот этими нашими оценками. Ну а разделение между потоками скрытого и явного тепла вот несколько различается. У него отношение Боуна где-то 0,96, а у нас вот в разных экспериментах оно пониже. Так, ну это просто я хочу показать пространственное распределение. Вот тоже сопоставлялись, вот что могли найти в литературе, с тем и сравнивали. Вот здесь вот результаты Фикета. Естественно, осреднение идет по разным годам, поэтому полные, ну они не могли, эти карты не могли совпасть, но более-менее вы видите, что распределение рассчитанного годового стока вот по нашей модели похоже на распределение, которое получил Фикета. Ну, например, если Южную Америку посмотреть, вот. Ну, вообще так, более-менее все, вот Африка, вот. А полного совпадения, я говорю, не может быть, потому что все периоды осреднения разные. Так, а здесь просто вот показано по континентам, тоже делались оценки. Верхняя, это у нас суммарное испарение, модельные расчеты, мы сравнивали с Львовичем. Вот наша карта, вот Львовича, то же самое вот для Северной Америки. И вот сток тоже сравнивали, сопоставляли наши расчеты с Львовичем. Просто здесь пару примеров вот я вам показала. Так, это меридиональные профили. Если, значит, что здесь у нас вот север, там будет юг, вот меридиональный профиль, это экватор. Сопоставление с зубинок, тоже потенциальное испарение, пунктир – это потенциальное испарение. Значит, у нее, у зубинок красное, а наши – это расчетные синие. И реальное испарение тоже соответствие неплохое. Вот, а если вот здесь построено отношение реального испарения к потенциальному. Ну, почти полностью совпадает, вот за исключением высоких широт. Опять же, неизвестно, вот, что лучше. А это по Будыка сравнивали тоже вот составляющие теплового баланса. Я и не буду на них останавливаться. Так, ну, это промежуточное заключение, что, короче, модель наша проверялась в разных масштабах, от локального до глобального, и мы, в общем, можно сделать вывод, что она достаточно адекватно описывает различные процессы взаимодействия теплового, энергетического, водообмена, подстилающей поверхности суши с атмосферой. Ну, есть еще время или нет? Вот сейчас продолжаем или как? Сейчас можно сделать перерыв. Как раз логически. Давайте. Так, ну, если говорить о применении, сначала начнем с того, что наша модель, мы применяли модель, вот, вернее, использовали модель для участия в различных международных проектах. Если я ничего не забыла, вот получилось, с 1994 года мы начали участвовать вот в проекте PILF, который был, и в 15 проектах. В основном эти проекты касались вот сопоставления моделей, LSM-моделей, но были некоторые проекты,
сопоставление снежных схем, и снежные модели участвовали, и вот один мопексный проект, который был вот как раз вот там участвовали и гидрологические модели, и ЛСМ-модели, поэтому будет интересно показать вот вам кое-какие результаты. Так, целями этих проектов, целями этих проектов было выявить, как различные модели воспроизводят радиационный, тепловой и водный обмен подстилающей поверхности с атмосферой. Затем, то есть сопоставлялись результаты с имеющимися наблюдениями. Затем сопоставлялись модели между собой, но, естественно, не для того, чтобы выявить там лучшие или худшие, потому что понятно, что на каких-то объектах одна модель срабатывает лучше, на других другая. Не для этого это делалось, а для того, чтобы выявить там преимущества, недостатки моделей, чтобы потом модельеры имели возможность там улучшить какие-то вот свои параметризации и результаты расчетов. Ну вот я вам покажу вот сопоставление, например, нашей модели с различными LSM-моделями. Был такой эксперимент PILPS-2D как раз на наших данных. Валдайские данные, усадевский водосбор, травяная растительность, но вели его американцы, получив все эти наши данные. И поэтому, нет, значит, не поэтому, а просто участвовала 21 модель, ну а мы здесь, почему для нас было это интересно, вот мы у нас сначала модель была, поскольку это был какой-то, мы только-только еще начинали разрабатывать модель, и у нас как раз вот почвенные процессы, происходящие в почве, были описаны очень схематично, и поэтому результаты получились не очень хорошие. Потом, когда мы уже после этого эксперимента, мы получили доступ к результатам расчетов всех моделей и имели возможность потом, как-то вот улучшив нашу параметризацию процессов, происходящих в почве, получили новые результаты и могли сопоставить со своими же результатами. Но здесь вот показано, например, вот я специально убрала название моделей, потому что цель не сопоставление с другими, а просто выявить наше место. Вот, например, как поверхностный сток. Значит, в старой версии у нас был один слой почвы, и не было уровня грунтовых вод в модели. И вот, пожалуйста, результаты, почти последнее место, это суммарный сток с водосбора. После улучшения вот зеленым показано, вот, существенно помогло нам улучшить наши результаты. Ну и где еще существенного улучшения? Поверхностный сток улучшился и влагозапасы в почве. Ну и понятно, раз менялась параметризация почвенной колонки. И что вы говорите? Нет, ну они не то чтобы сильно ухудшились, просто естественно, если мы меняем почвенную колонку, меняем параметризацию, ну какие-то результаты могли. Не настолько много, не так сильно. Вот, допустим, вот была у нас, вот, допустим, где ухудшение? Вот здесь немножко ухудшилась температура, не вижу, что снега. Вот, немножко ухудшилось. Но вот видите, красная линия это измеренная. И если вот посмотреть, вот, ну, очень близки вот эти результаты расчетов, но небольшое ухудшение было. Но несущественное. Вот если какие-то ухудшения и были, вот в этом случае немного ухудшилось, что это испарение со снега. Но опять же, если сравнить вот с красной линией, там вот тоже не так сильно. Но самое главное, что нам удалось улучшить вот воспроизведение стока, суммарного стока, поверхностного и почвенных влагозапасов. И так. Это вот уже я говорила, эксперимент, который Rhone Aggregation по Rhone мы считали, по снежным моделям, по воспроизведению снежного покрова, высота снега. Воспроизводилась высота снега, вот наша модель оказалась вот на первом месте неожиданно для нас. Здесь все модели ранжированы вот по root mean square, значит, среднеквадратическая ошибка вот в порядке возрастания. Все модели ранжированы по этой среднеквадратической ошибке. Название модели я убрала. Ну вот хочу сказать, что чем еще полезны эксперименты. Вот видите, рераны. Нам после этого была предоставлена возможность, опять же, это все без калибровки. И после того, как вот мы увидели свои результаты, всем группам была предоставлена возможность улучшить как-то вот результаты. Ну вот некоторые улучшали, некоторым удалось вот хорошо. Вот 12-я модель, вот она была после улучшения, вот она перескочила на это место. То есть я к тому, что эти эксперименты были очень полезны. И это сопоставление, как разные модели воспроизводят сток в замыкающем створе вот, бассейна Rhone. Ну вот здесь мы оказались на втором месте после организаторов проекта. Это модель ISBA, которая очень хорошо сработала. Коэффициент
Значит, Нэш Садклифф 0,8 и байесы тоже очень маленькие были. Так, дальше вот применение нашей модели мы для воспроизводства, для моделирования гидрографа стока с водосборов с преимущественно дождевым питанием. Здесь вот 12, это были результаты, полученные в процессе участия в эксперименте MOPEX. 12 водосборов было выбрано, существенно различались условия климатические. И вот, например, самые сухие водосборы, коэффициент стока 0,09, а здесь 0,59 самый большой. То есть это влажные участки, самые сухие участки. То есть была возможность проверить работоспособность нашей модели и сопоставить с другими участниками. Что интересно, в этом эксперименте участвовали 4 гидрологические модели, чисто гидрологические модели, 3 модели LSM модели и... Ну, ВИК, она как бы промежуточное положение занимает, она вроде как и гидрологическая, но может и в глобальных масштабах работать и тоже воспроизводить вот различные те же характеристики, которые, как и наши модели. То есть вот в результате, вот если вот какие данные были получены. Получилось, что если здесь вы видите, значит, малиновый – это Нэш Садклифф для суточного стока, бирюзовым для месячного и байесы черные. И видно, что вот если смотреть гидрологические модели, была возможность калибровать. Вот в данном случае была возможность калибровки. То есть на 20 годах калибровались модели, и на следующих 20 они проверялись. А здесь показаны результаты для всего периода. И вот, можно сказать, неудивительно. Поначалу мне было удивительно, потом стало понятно. Гидрологические модели сработали лучше, чем LSM-модели. ВИК заняла как промежуточное положение. Вот. Почему? Когда стали разбираться, получилось, что гидрологические модели очень хорошо калибруют свои параметры. Например, СВБ, в ней 5 параметров, все 5 параметров калибровалось, автоматизированная калибровка, вот S, как это, Shuffled Complex Evolution метод для калибровки, эффективный метод, разработанный Дуаном в Аризоне. Затем вот модель SAXMA, там из 16 параметров калибровалось 13. Модель, французская модель, 4 параметра в ней, и все 4 калибровались, тоже эффективным автоматизированным методом. PRMS, там вообще калибровка происходила, там 2 стадии, и тоже 12 или 15 параметров калибровались. Дальше, что касается наших моделей, LSM-моделей. Модель ISBA вообще не калибровала никаких параметров. В нашей модели мы калибровали лишь коэффициент фильтрации, но по годовым стокам. Вот просто годовые стоки сопоставляли, чуть-чуть вручную подтягивали коэффициент фильтрации. Немножко лучше НОХ калибровал свои параметры, поэтому и результаты получились лучше. Поэтому после этого, значит, у нас возникло, значит, желание выявить потенциал нашей модели, откалибровав его как следует, ее как следует. И, значит, мы... Вот воспользовались тем же методом, каким SAXMA и... СВБ, вот Shuffled Complex Evolution метод, в качестве, так, автоматизированная калибровка, в качестве целевой функции использовался Нэш Садклифф. Ну и кроме того, мы накладывали условие, что абсолютный байес не должен превышать 5%, то есть систематическая ошибка не должна превышать 5%. Это, конечно, приводило к тому, что мы могли немножко получить более низкие Нэш Садклиффы, чем те модели, которые это условие не учитывают. А чаще всего это не учитывается. Так, и это просто даже вникать не надо. Просто мы калибровали, пытались калибровать самые разные наборы параметров. Почвенные, растительные, коэффициент шероховатости, там, ну, в общем, разные параметры от 10 до 15 параметров, чтобы выявить потенциал модели. Ну и вот в результате вот сопоставления, вот синим, значит, красное — это измерение, синие — это гидрографы, полученные, когда мы калибровали только коэффициент фильтрации по годовым стокам, и зеленые — это вот наша новая калибровка. Нэш Садклифф вы можете сравнить, значит, было по суточным стокам 0,22, стал 0,70, по месячным 0,54, стал 0,84 Нэш Садклифф. А байес у нас не превышает 5%, да. Ну и по этой реке вот тоже вот улучшение, особенно для месячного стока. Был 0,54, стал 0,87. То есть можно сделать вывод, что при нормальной калибровке, да, калибровалось здесь, вот в данном случае калибровались не только параметры почвы, но еще калибровались, вводились поправочные коэффициенты к форсингам.
к жидким осадкам и к приходящим коротковолновой и длинноволновой радиации. Вот тогда нам удалось получить вот такие результаты. Так, и вот теперь уже можно сравнить уже две версии нашей модели, вернее, две версии калибровки этой модели. Вот старая калибровка, вот новая, видно существенное улучшение. Также и здесь. Это суточный наш отлив, это для месячных стоков, это байосы. Вот три гидрологические модели, которые сработали лучше всего. Вот получилось, что в результате этой калибровки мы смогли вот, произвести расчеты этого стока с такой же точностью, как и гидрологические модели. Ну, а это там было осреднение по всем 12 бассейнам. Здесь просто для каждого бассейна показаны Нэш-Сатклиффы, и все они ранжированы в порядке возрастания Нэш-Сатклиффа. И видно, что вот верхняя группа моделей черные, это как раз гидрологические модели. Ну и тут к ним присоединилась вот красная линия, это наша после вот этой улучшенной калибровки. А раньше она была вот здесь. То есть видно, что вот калибровка модели позволила существенно улучшить наши результаты. Ну, здесь мы просто в сопоставлении с другими вот гидрологическими моделями видно, что Нэш-Сатклиффы практически такие же. Вот справа видно Нэш-Сатклиффы, практически зеленая это наша, это две другие гидрологические модели, которые лучше всего сработали здесь. Ну и здесь также. То есть практически результаты сопоставимы. И здесь просто показаны, как рассчитаны максимальные стоки, минимальные стоки. То есть тоже, в общем, сопоставимые результаты. Ну и в результате после этого мы продолжали участие в этом проекте MOPEX и провели расчеты для 323 бассейнов, расположенных в Соединенных Штатах. Вот здесь видно, что климатические условия сильно различаются. И вот показано, что в 50% так Нэш-Сатклифф был больше 0,5 для 90% водосборов. Ну и больше 0,7 для 32% водосборов. Так, кроме того, мы применяли нашу модель для моделирования стока с водосборов, где преимущественно питание для с водосборов вот рек с преимущественно снеговым питанием. Это наши реки, северные реки, 14 рек. Паной, Онега, Северная Двина. Ну, в общем, я не буду перечислять, да. Понятно, что разные реки, в разных масштабах. Вот Опи очень большая река, Лена. Вот, и мы проводили расчеты гидрографов стока и снегозапасы. Снегозапасы не по всем водосборам, но в основном тоже они присутствовали. Вот, например, вот пример просто для мезени покажу. Схематизация бассейна. И вот результат. Калибровалась здесь, так скажу, что калибровалось 8 параметров. Вот верхняя картинка, это когда, да, значит, метеорология это бралась из данных наблюдений, хотя метеорологических станций там все-таки недостаточно. А параметры брались из глобальных баз данных, поэтому и неудивительно, что если брать без калибровки вот априорные параметры, то результаты очень плохие. Очень большой байос, очень маленький Нэш-Сатклифф, но после калибровки это вот удалось все существенно улучшить. Это для калибровочного периода, это для проверочного периода. Все, опять же, верхняя часть — это расчет с априорными параметрами, нижняя уже после калибровки. Так, ну, для Северной Двины просто я хотела показать, что мы рассчитывали там не только сток, но еще и другие составляющие водного баланса. Вот, в частности, вот испарение, мы строили карты. Ну и вот снегозапасы, пожалуйста, это высота снега показана, расчет черный, измерения красные, Печора, верхние вот два графика, это Печора и Северная Двина. Совпадение очень хорошее, что даже удивительно, потому что для Печоры было всего лишь 5 станций, на которых изменялась высота снежного покрова, правда, они очень хорошо так разбросаны были по всему бассейну, а для Северной Двины и вовсе 3 станции. Так, ну и продолжая снежную тему, можно сказать, что вот сейчас, в данный момент, мы участвуем в эксперименте, вот так, который называется SnowMIP, ESM, это Earth Surface Models. Теперь уже они стали Earth Surface Models. Значит, ну не только эти схемы, более, может быть, даже продвинутые. Так, 10 экспериментальных площадок было выбрано в разных частях земного шара, и по ним рассчитывались снегозапасы. Разные характеристики рассчитывались, но вот они
проводили сопоставление по снегозапасам и по высоте снежного покрова. Единственное, что у меня нет количественных показателей, потому что только-только это все мы им сдали. Организатор Ричард Эссери ведет этот проект. Вот только что мы в августе мы отослали им результаты. Вот они нам прислали картинки, чтобы мы просто посмотрели, насколько это все хорошо или плохо у нас совпадает. Опять же, здесь калибровки не было, потому что у нас не было данных, по которым можно было калибровать, но нам давали ссылки на какие-то публикации, где можно было найти там год или два с какими-то расчетами. Это, ну, трудно сказать, что это калибровка. Просто я хотела показать вот для разных бассейнов. И следующая задача, вот теперь уже переходим к возможным, к прогностическим оценкам изменения речного стока в связи с возможными изменениями климата, в связи с возможными изменениями климата и оценка неопределенности этих прогностических оценок или проекций, как мне это слово, правда, не очень нравится. Ну хорошо, проекций. Так, здесь сначала здесь у нас было две разные задачи. Сначала, значит, использовались результаты в качестве вот форсингов, использовали результаты расчетов по модели общей циркуляции атмосферы и океана, которые ВВМ в нашем институте, ВВМ, да, Институт вычислительной математики Академии наук, Володин, автор этой модели. Вот, они нам предоставляли данные, и мы по ним делали прогностические оценки. Значит, исследовалась робастность модели, потом делались расчеты, прогностические расчеты или проекции, да, изменения речного стока до конца 21 века, и оценивалась неопределенность этих расчетов, связанная с применением разных моделей, но модели две, наши и глобальные, и, значит, неопределенность, связанная с различной bias correction, то есть вот эти форсинги, которые нам предоставлял Володин, еще производилось, поскольку это все, они далеки от реальности, метеорология далека от реальности, то производилась bias correction, то есть постпроцессинговая корректировка, по-русски, да, корректировка, чтобы как-то уменьшить систематическую ошибку. Производилась разными способами, и вот поэтому нам было интересно посмотреть, как это влияет на, какую неопределенность это вносит в оценки изменения стока. Вот, просто показано, что вот это их модель, значит, по глобальной модели тоже сток рассчитывался, потом вот метеорологические данные они нам давали, мы прогоняли через нашу модель, потом все данные пропускали через рутинговую и получали гидрографы в замыкающих створах трех рек: Северная Двина, Индигирка и Колыма. Значит, сначала наша модель по этим рекам уже была откалибрована двумя способами. Значит, первым способом калибровалось 8 параметров, а потом мы еще решили откалибровать форсинги, то есть поправочные коэффициенты к жидким твердым осадкам и к приходящей коротковолновой и длинноволновой радиации. Вот такими способами она была откалибрована раньше. Вот, потом мы исследовали робастность модели, то есть, значит, калибровали модель для... Это вот температура, годовая температура, годовые суммы осадков. Калибровали модель для самых холодных и сухих лет, получали оптимальные параметры для этих лет, а потом проверяли уже модель вот с этими параметрами для самых влажных и самых теплых лет. Ну и в результате, вот, например, вот когда вот откалиброванные, это значит Северная Двина, Индигирка и Колыма, вот откалиброванные модели по сухим и самым сухим и самым холодным годам, и вот уже расчет с этими параметрами для влажных и теплых лет. Почему так? Потому что предполагается вот в соответствии с володинскими прогнозами, ну, что да, потеплеет, и климат будет более теплый, более влажный. Так, и затем производилось вот то, что я говорила, bias correction, то есть корректировка метеорологических форсингов, рассчитанная по их модели, разными способами. Сначала мы вводили, допустим, по среднегодовым, среднегодовые форсинги сравнивали, осредненные по всему бассейну, по всему периоду, получали коэффициенты и вводили эти поправки вот в эти форсинги. Потом мы сравнивали также месячные данные, вот его расчеты с наблюденными, тоже получали поправки и тоже вводили форсинги. Ну а потом решили еще откалибровать модель по форсингам уже не по измеренной метеорологии, как было раньше, а по метеорологии, которая предоставлялась вот нам Володиным. То есть вот разные способы корректировки этих данных и разные способы калибровки.
и смотрели вот для исторического периода, потом посмотрели, как с этими разными форсингами, как с этими разными наборами параметров вот работает модель. Вот если вот видите, вот синие никуда не, вот красные измеренные стоки, да, синие это никуда не годится. Это если применять те параметры, которые получены в результате калибровки по реальной метеорологии, если применять их потом для расчета вот, с форсингами, взятыми из GCM. Поэтому мы эти просто вот дальше уже расчеты с этими параметрами просто не проводили. Уже нет смысла. Так, и здесь метеорологические проекции или прогнозы, ну, проекции, хорошо, были сделаны для двух периодов. Вот 26, с 26 по 45 год и с 81 до конца 2001 года. И для двух климатических прогнозов. Это высокая эмиссия парникового газа в атмосферу и средняя. В результате было получено для каждого, сколько у нас расчетов? 5 расчетов было получено, допустим, для каждого периода. Вот этот первый период, например, первый прогноз, вот, первый климатический сценарий, первый период, вот второй период. Сравнивая, можно получить это изменение стока. Вот насколько все-таки сток вот изменится. И вот сопоставляя столбики между собой, вот можно посмотреть, насколько, какая неопределенность вот этих прогностических оценок в зависимости от того, вот, как мы калибруем модель или как мы корректируем форсинги. Ну и также гидрографы мы сопоставляли. Ну и что вот отсюда можно было сделать? Можно сделать вывод, что вот разброс между среди вот этих наших прогностических оценок, разброс, который связан с различными методиками bias correction, небольшой, не превышает 10%. Вот различие между нашими моделями больше. То, что вот по модели глобальной общей циркуляции атмосферы, у них изменение стока в 2 раза меньше получилось, чем у нас. Ну и неопределенности в этих оценках, связанные с применением разных климатических сценариев, вот, не превышают 10% вот для первого расчетного периода и не превышают 16% для второго расчетного периода. Это и вторая задача, это последняя уже будет, уже все, близится конец. Так, вторая задача, это тоже связано с оценкой неопределенностей. Она делалась в рамках проекта ECMIP-2. И здесь было выбрано, не нами, а организаторами, было выбрано 12 водосборов. Вот эта схематизация этих бассейнов. И калибровочные параметры, я уже не буду останавливаться. Та же самая калибровка таким же способом проводилась. Вот, и вот, значит, если сопоставить, калибровка проводилась по Watch, то есть не по реальной метеорологии, а по глобальной базе данных Watch. Это реанализ, который гибридизирован с данными измерений каким-то образом. Вот, но если, и, значит, и вот зеленый это показано расчет с априорными параметрами, без калибровки, а синий это уже в результате калибровки. 12-й реки не хватает, это Нил, у нас она не получилась в результате калибровки, плохие результаты получились. А здесь самые худшие, пожалуй, получились для Лены, Нэш-Сатклифф 0,58. Но когда мы сравнили форсинги, у нас для Лены как раз была реальная метеорология. И когда мы сравнили вот нашу реальную метеорологию с той метеорологией, которую мы взяли из базы данных Watch, то получились очень большие ошибки. Поэтому неудивительно, что здесь вот для Лены получились такие плохие результаты. Не очень хорошие, скажем так, не то чтобы совсем плохие. Так, и далее мы уже использовали для прогностических оценок, мы использовали результаты расчетов по 5 моделям общей циркуляции атмосферы, вот показаны эти модели, для 4 климатических сценариев. И все эти результаты расчетов по этим моделям были откорректированы по базе данных Watch, потому что калибровка всех моделей осуществлялась по этой базе данных. В результате получилось 5 моделей, 4 прогноза, 4 климатических сценария, получилось 20 расчетов. И это дало возможность оценить, так, эта проверка потом была на историческом периоде. И вот эти вот 20 расчетов, которые мы получили, дали возможность потом нам оценить нам неопределенности наших прогностических оценок. Так, что здесь показано? Это среднее изменение стока, да, в процентах, изменение стока в процентах по разным водосборам и по разным периодам. Мы 100 лет вот разделили на 3 периода, и получилось, что по некоторым рекам
По некоторым рекам сток в соответствии с этими прогнозами увеличивается, а по некоторым, вот, например, Дарлинг, Тагус, сток даже будет уменьшаться. В процентном отношении кажется, что очень много, но поскольку сток на Дарлинге очень небольшой, то в абсолютных величинах эти изменения не очень велики. И мы сопоставили наши результаты расчета, вы имели возможность сопоставить вот с моделью, известными вам моделями, ЭКОМАГ и ХАЙП, которые взяли из публикации. Ну и результаты, в общем, можно сказать, очень близки. Так, и здесь вот как раз показано влияние различных вот пяти моделей на результаты расчетов наших и четырех климатических сценариев. Здесь просто по разным рекам, по разным периодам, а здесь вот в осреднении. Вот. И что мы получили, что, значит, самые, ну, во-первых, надо, да, я уже говорила, что самые большие неопределенности получены для Дарлинга, вот, для всех трех периодов, да, Дарлинг и Тагус. Вот. Затем неопределенности, конечно, возрастают по мере приближения к концу 21 века. Ну и наибольший вклад в эти неопределенности вносят модели. Вот синим показаны это вклад различных сценариев в неопределенность оценок изменений стока. Зеленым показан вклад моделей в неопределенность оценок, а красный — это суммарный вклад. Ну, то есть получается, что вклад моделей все-таки даже больше, чем вот вклад сценариев в неопределенность прогностических оценок. Ну, все, пожалуй. Все, спасибо за внимание. Можно я спрошу, а эти модели, вот другие люди могут ими воспользоваться? Как вот с этим обстоит, мне интересно, организационная модель? В смысле, самими моделями или какими именно? Вот LSM моделями? Что у вас имеет? Вот вы представляли, SWOG и так далее. Да. Как организационно, если студенты хотят их использовать или кто-то еще? Ну, вот кто у нас будет писать работу какую-нибудь там, например, вот у нас уже Кристина собирается писать магистерскую работу. Да, она будет работать с моделью нашей SWOG. А на чем они написаны немножко? На Фортране. На Фортране традиционно, еще со времен учебы в университете в соседней кафедре метеорологии. Я закончила метеорологию. Вот писали на Фортране. Ну, их можно гонять из других оболочек, так сказать. Ну, да, особенно если экзамен сделать, можно занять где угодно, сколько угодно. Другие модели не отвечают, только за нашу. А можно еще спросить, а вот эти проекты, которые у вас были с другими, как они финансируются, или это ваш собственный какой-то энтузиазм, или чисто научный контакт? Нет, совершенно ничего не финансировалось, но почему нам было интересно в них участвовать, это все началось в начале 90-х, вы сами понимаете, перестройка, все рухнуло, наука рухнула, не финансировали ничего, поэтому они нам предоставляли данные, вот в чем было, предоставляли данные, форсинги, параметры, все. Вот считай, отдавай, и потом публикуй. Совместные. То есть вот, нам это было, приглашали всегда на какие-то воркшопы, и даже оплачивали, не всегда, но часто. То есть собственно, на этом был весь интерес. Ну и просто интересно было. Да, особенно когда здесь данных не достать. Если мы валдайские данные получали от американцев, ну, кто-то потом и сами набивали, но большая часть нас не. Ну вот, поэтому выгодно было сотрудничать. Это очень интересно вообще. Вообще такой глобальный результат мировой. Ну вот, было интересно. Еще вопросы? Есть один вопрос об оценке результата. Неопределенность моделирования превышает неопределенность. Сценарий отличается большой неопределенностью. Да, да. А модели еще больше получается. Физическая сторона — это еще большая неопределенность.
Нет, вот здесь вот просто последнее было, это модели, имелось в виду GCM, глобальные модели, которые нам давали форсинги. Вот это их неопределенность связана вот с этими форсингами, не с гидрологическими моделями. Модель наша была одна здесь, вот мы участвовали. Мы не сравнивали здесь вот себя с другими. Глобальные GCM, глобальные климатические атмосферные модели, да. То есть пять моделей атмосферных давала свои прогностические оценки. Да. А глобальные модели по четырем сценариям рассчитывали. Значит, каждая модель по четырем сценариям давала нам свои расчеты. И вот с ними вот неопределенность. То есть модели атмосферы хуже, чем сценарий? Ну, не хуже, не хуже, неопределенность больше получилась. Но это причем у нас получилось, надо будет сравнить еще с другими, но это мы пока не успели. Ну вот, да, вот я тоже все хочу, руки не доходят, вот, пока посмотреть. Почвенные глубины почвы вы имеете в виду? Ну, почвенные колонки либо нам предоставляют данные, вообще-то до нижнего вода, до первого водоупора. Если данные есть, мы берем эти данные, но если данных нет, мы пытаемся из литературных источников привязаться к этому типу почвы, посмотреть литературные источники. И это, конечно, проблема. Иногда приходится калибровать его, потому что если нет совсем данных никаких. Ну, примерно 40 метров, 5 метров? Ну, нет, больше. Нет, ну, вряд ли больше трех, бывало по-разному. Так. Ну, полтора, два, так, три максимум. Хотя давали нам данные, где 8 метров, но как-то в них не очень так верилось, поэтому мы смотрели в литературные источники и пытались вот все-таки отправить вот что-то по возможности или подкалибровать. Ну, как грунтовые воды, а водообмен с грунтовыми водами. Как корни обитаемости, да, вот зона аэрации. Ну, раньше мы считали вот до этого модели, когда у нас была Анатолий Иванович Будаговский, они все считали, ну, была более такая не агрометеорологическая, но больше все-таки для теплого периода вот модель. Там они брали метровый слой, да. Ну, для полевых культур в основном у них это все было. Еще вопросы? Спасибо за доклад, очень интересный. Скажите, пожалуйста, вы схематизировали водоскоры секты шагом 1 градус, а оценивали вы, насколько кагенеризация влияет на результат, или, может быть, у вас есть ограничение по размеру водоскора? Это оценивалось, знаете, вот в этом уникальном проекте Rona Aggregation, да, оценивалось, как влияет сетка. Там бралась 8 на 8 километров, потом сетка загрублялась, по-моему, 0,5 на 0,5, может, градусов, и последний 1 на 1 градус, вот загрублялось. И для этого водосбора мы считали вот для этих трех вариантов. Вот что получилось для нашей модели, по разным моделям совершенно разные. Может быть, монографии есть, вот не знаю, вот результаты. Но для стока, у нас получилось для стока, что небольшое влияние в пределах точности расчета. Если брать какие-то, ну, например, там, снегозапасы, вот, а эксперимент бассейн Роны, там же горы, поэтому если, конечно, вот осреднять вот, и считать снегозапасы, да, там уже были большие ошибки. Вот, потому что, сами понимаете, с 8-километровым разрешением или вы вот эти все Альпы покрываете одноградусной сеткой. Там для снега большие, а для стока нет. Вот по нашей модели, по другим моделям были разные. Разные были различия. Вот. Поэтому мы считали и с одноградусной, а последней был полуградусная сетка. Ну вот, ну результаты получались неплохие. Особенно если равнинные реки вот, и более довольно однородная поверхность. Ну, и опять же нет параметров. Вот, понимаете, мы еще ограничены тем же, что параметров тоже нет. Какая бы там ни была модель супер там или что, но если нет параметров, то зачем мельчить ее для более мелких ячеек считать? Когда? Вот когда загрублялись? Вот
осадки были наблюденные. Вот они, возможно, интерполь, когда делали они 8 на 8, водосбор Роны, там очень много осадкомеров было. Я сейчас, конечно, не помню. Да. Хотел подтвердить, что если осадки участки, да, вот у них были очень хорошие осадки. И у них все. Да. Да, да, да. Вот я тоже думаю, они брали осадки по высадкомерам, а потом загрубляя, они их осредняли, эти осадки, вот, и получалось, что. Это... Или они не в ансамбле работают, а на самом деле. Вот они туда. Они данные, вот, проект был СМИ-5, да, они посылали свои данные. Вот, единственное, что он нам дал их на раннем этапе, может быть, они еще не все тогда просчитали, поэтому у нас только два прогноза было и только два вот этих периода кусочка. Поэтому я даже... Единственная российская модель, участвующая в Да, ну так вот я не могу сказать. Я не сравнивала с этими другими моделями общей циркуляции атмосферы. Их изначально я не сравнивала. То есть точно? Ну вот когда переходить на водосборы и брать их данные, то не сравнивать их метеорологию с реальной метеорологией, но по-разному, особенно для сибирских. Вот прям ошибка была видна. Ошибка прям увеличивается по направлению к Колыме. От Европы, видимо, вот для европейской территории, может, она лучше считает. А вот для Сибири, Колымы, там стопроцентные байсы были. Вот мы не обсуждали, Нет. Статью написали, статья лежит в водных ресурсах два года. Две статьи там, не знаю. Нет, я говорю о том, что вообще это же нелегитимно делать. Да, ну а что делать? Вот два варианта. Либо перекалибровать модель по их форсингам, свою модель по их форсингам перекалибровать. Либо делать байс корректно. Ну а что? Вот в этом эфемипе, то, что Красанова ведет, они тоже делают байс корректно. А потом, ну хорошо, а до этого вот мы участвовали, они делали гибридизацию. Ну хорошо, это, пусть это называлось гибридизация, это с данными наблюдений. Вот. Они гибридизировали реанализ с данными наблюдений. Все равно как-то пытаются улучшить все-таки эти реанализы. Аналогия может быть такая, что мы берем результат расчета гидрологической модели разных составляющих, смертных, разных почв, вот, потом начинаем один, там, увеличивать на 10, они же увязываются, да. А мы начинаем один корректировать таким образом, ничего, да. Конечно, да. Поэтому мне кажется, что лучше перекалибровать модель свою. Но это получается, что по каждой модели надо перекалибровывать свою модель. И причем перекалибровывать и форсинги тоже, потому что без этого ничего не получится. По некоторым... Ну да. Не, самое интересное в этом-то, самое интересное. Еще вопрос? More questions? No? Then we would like... yes, question? Yes? The land surface models, they are very different from the hydrological models. But here all the results for sure are extremely positive. So it seems that the hydrologist group adopt more of the land surface model. But I'm not sure that they would be willing to do it because they have their own beliefs. But so from the point of view of a user, of somebody wanting to take decision for the future, he would perhaps object that he or she doesn't care which model is a better now. He would like to know which model is can be trusted to project changes in climate. And do you have an idea on how we could test the models for their capacity to extrapolate to our other climates and not for their capacity to interpolate on the present climate? Do you see
seems that we hydrologists and you as modelers are the most equal for the capacity, for this capacity to interpolate. What about extrapolation? It's difficult to answer your question. I don't know. I'm not responsible for their models. Yes. We do not have any observation to check our model. We need to estimate the performance of the model without observations. Could we artificially generate these observations and imitate the extrapolation? Yes, but with which model would you produce the solution? Your French model is much better. Yes. It's a good model. The performance model very good. Yes. More questions? Yes. Yes. And then the first model, once they have been calibrated for all of the world, they don't. They apply globally, yes. They apply without calibration. But for particular basins, they can calibrate. And then I have another question. I thought that you presented results where you recalibrated your model. And from my perspective, the approach of land surface modeling is a much more physically focused way to look at the modeling. And calibration is more a hydrological engineering thing. People who want to solve very practical problems, so they have to do that. So don't you, and how does it come that you accept to calibrate? And I was wondering whether anybody tried not to, instead of calibrating, saying I will do some statistical post-processing of the result. So I will not touch my model because I believe that the physics is really the best I can put it. I will not calibrate like the others, and I will just post-process. I've never seen it. First of all, when we analyze the results, we perform this without calibration. If we have good forcing data measured meteorology, if the object isn't very large, because meteorological characteristics are also measured at different points. So for small objects which have good parameters and good forcing, we performed calculations without any calibration, and the results were rather good. But if we use real analysis data or data from GCM, it's impossible to do without calibration, because these models have large biases. It's better not to calculate or calibrate. You say, may I ask a question? You say small objects compared to the grid, the model grid. Is it one cell or a point or several points? How small should an object be? Small. If a point size, if it's a point size object, the model converges to a conceptual one, doesn't it? Yes, it will be conceptual, yes. Then it's obvious that it must behave good. Good forcing. Good forcing and good parameters. You need good parameters. Because all parameters have physical meaning, so we need
besides that, we need to take into account the heterogeneity, неоднородность. Измеренные параметры измерены хорошо в разных точках, не значит, что они хорошо сработают для какой-то вот территории. То есть надо будет либо их применять, то есть получать эффективные параметры как-то, каким-то образом. Ну, концептуально, как-то эффективные параметры как-то, либо осреднением, либо другими способами, как-то, так или иначе, как-то вот надо их получать. So with this, we already made the plan for the coming 10 years in this area, so I think it's a positive result of this day. So we know what to do in land surface models and how to maybe merge them with hydrological in a certain way. So I'd like to thank this election. Thank you.